Всем привет! С вами компания «Электромотор». Представляем вашему вниманию фрезерный станок «Кольцман», моделька FS300SP. Значит, что в нем классного? Шипорезная каретка идет, здесь телескопическая, она идет с двумя флажками. Далее, здесь стоит двухскоростной двигатель, благодаря нему вы можете делать 12 скоростей, то есть 6, которые ремнями переустанавливаются, плюс фиксируя скорости первую или вторую, у вас получается еще плюс 6 скоростей оборотов, поэтому 12 скоростей можете выбирать. Далее у нас здесь переключается возможность реверса оборотов шпинделя, либо в одну сторону, либо во вторую сторону. Так, включение-выключение, все как всегда, аварийная остановка. Также у нас на передней панели вот такие вот, при помощи таких рукояток вы можете менять высоту шпинделя. Здесь просто она вынимается и крутится вот там вот. Так. Либо угол наклона шпинделя при помощи вот этой вот рукоятки. Хороший качественный отполированный стол, который, в принципе, можно фиксировать, и он двигается взад или вперед. Я не знаю, он, скорее всего, тут зафиксирован. А, вот это. Вот. Вот так вот. Раз, зафиксировал, и работаешь дальше, как тебе надо. В принципе, вот такой... Все достаточно качественно, хорошего образца. Все характеристики есть у нас на сайте, можете снять приблизительно, чтобы людям сразу было посмотреть. Видно, да? 430 килограмм вес его составляет. По вопросам покупки фрезерных станков «Кольцман» обращайтесь к нам в компанию «Электромотор». Контактный телефон в Киеве 5-3-0-3-8. Есть доставка по всей Украине. На данные станки гарантия составляет 2 года. Доставка есть по всей Украине. Мы ждем ваших звонков.